Здесь синий, зеленый, розовый зал. Тебе долго еще? Фото, видео, съемку, музыку. А, ну давай, мы просто без тебя не начинаем. Ну, уже все. Молодые люди, музыку будем оформлять? Прекрасно, вообще, пока. Впрочем, не держи. Музыку будем оформлять? Молодые люди. Давай. Я, если хочешь, оформлять. Да, как будто мы слышим, как нет. Сколько? Все, нет, как будто мы не слышим, я вовсе. Покажите, пожалуйста. Да, мы будем поднять. Маша, подойди. Маша Ленинград, это... Нет, мои мечты. Подойди сюда, здесь вот несколько. Давай выбери сама. Маша, мы бедствуем, такой. Расходный индексон или что-то другое? А вот вам образцы. Да, я помню, я слушаю. Да, я помню. Говорю, так я слушаю, наверное. Ну, давайте свадебные, да, свадебные, ладно. А деньги будем тоже фотографировать, снимать, как молодой человек? Так. Выход. Да просто я вот, например, этого не люблю очень. Так, а на выход? На выход какой будет? Смотрите. Вот все берут, понимаете, они все хорошие. Просто это зависит от вашего настроения и плане. Быстрее, повеселее, по ритмичнее, повеселее. А, значит, есть что-то про романтичное, что-то в любви. Красота. Ну вот, давайте вот это. Очень светлый, да? Не запачьте? Ну хорошо, если это будет. Красиво, да? Видео. Нет, Оксана. Вертикально или горизонтально? Как хочешь. Главное, надо фото ниже не только. Значит, мы правда на свадьбу пошли, это вот думать популярно. Я не против. Спасибо. А мы видеоролик сделаем. Мне нравится вот эту серию. Машуня, Машунь. Спасибо. Давай, вот сейчас Машуня. Как-то мы на телефоне записали. У нас была как-то пора, у нас есть группа музыка вот, по телефону. Я стараюсь писать там. Мы не делали. Сосиски. Гриднева, да, жалко, нет, он сейчас пошутит. Когда Гриднева ей все делает. Видишь, прямо еще. Подожди, я вижу. Так. Сюда иди. Тебе обязательно нужно было меня в зеркало. О, оператор, ты встань, Ярослав, вот сюда. Оператор никогда не попадает. Молодой человек встанет. Жив подходит. Вообще уходит. Вообще? Тот угол. Ну, мне нужно, потому что в зеркале, чтобы отражались вы, или кто-то другой. Алло. Алло, я здесь. О. Как вы? Уже без своего платья. Да, конечно, плохо. Гости будут присоединяться постепенно. Нет, ну так, я надеюсь, там к ВДНХ нам присоединится еще надо несколько сказать, человек. Ну, мы надеялись, что не будет. Вчера такая хорошая погода вечером была. Сейчас время.
И давно ты, сколько лет ты так отправляешь по одной фотографии? Красивые пары можно заснять. Сейчас ему случилось. Нас сюда отправляют. Нет, зеленый. Ну можно пофоткаться. Нас пока еще не отправляют. Проходите в розовый холм до конца к зеркалам. Пойдем. Давай сходим, посмотрим, как там. А, еще один. Что? Ну, давай заснем. Вот, прошла. Вам же идти надо, понимаешь? Без нас все равно не начнут, как ты сказал. Я хочу поснимать, так как есть такая возможность. Ну, она может скоро закончиться, потому что батарейка может сесть. У тебя есть с собой проводок? Проводок есть. У меня зарядка на USB. Главное регистрацию нам снять. Ну, мой телефон. Нет, 30% зарядки осталось. 30, это минут на 10. Ты пока не снимай тогда, давай оставим. Да.